Готовы узнать, что сейчас будет? Это не просто лайфхаки, а лайфхаки с эпоксидной смолой. Для первой идеи нам понадобится деревянный круг с отверстием в центре. Защищаем торцы малярным скотчем. Берем прозрачную эпоксидную смолу. Разливаем по одноразовым стаканчикам. Добавляем красители – синий, белый, лиловый, бирюзовый, темно-фиолетовый. Сливаем цветную смолу в один стакан, чередуя светлые и темные разводы. Наливаем ровно в центр, чтобы цвета не перемешивались. Переворачиваем стакан с эпоксидкой на деревянный круг. Начинаем творить чудеса. Совершаем плавные наклоны, чтобы смола растекалась по всей поверхности круга. Эпоксидка – ты просто космос! Как же это сказочно красиво! Космический фон готов, теперь добавим ярких красок. Тонкой струйкой выливаем на круг остатки цветной смолы. Раздуваем через трубочку. Подчеркнуть рисунок можно с помощью золотой краски. Окрашенную под золото смолу добавляем на холст точечно при помощи зубочистки. Шилом протыкаем отверстие в слое смолы. Берем часовой механизм и стрелки. Закрепляем детали часов на круге. Размечаем циферблат полубусинами. Хоть и говорят, что счастливые часов не наблюдают, такими настенными часами можно любоваться целую вечность. Выполненные в нежной цветовой палитре, смотрятся часики очень стильно. Далее берем рамку для фото, пластик и ненужный диск. Канцелярским ножом режем диск на мелкие кусочки. Пластик разрезаем на полоски. Окружаем рамку полосками пластика. Фиксируем скотчем. Склеиваем из пластика прямоугольник по внутреннему контуру фоторамки. Вставляем в рамку. В прозрачную эпоксидку засыпаем кусочки диска. Перемешиваем. Заполняем смолой рамку. Для удобства помогаем палочкой. Оставляем до застывания. Готовую рамку вынимаем из формы. Ножом срезаем острые углы и зачищаем до гладкости. Кусочки дисков смотрятся в смоле, как кристаллы. Получилась интересная рамка для фото. Время блистать! Смотри еще один лайфхак со смолой. Разливаем эпоксидку по стаканчикам, добавляем зеленый и синий красители. Отдельно смешиваем смолу с блестками. В прямоугольную форму выкладываем декоративные камешки. Заливаем камни эпоксидкой с блестками. Выливаем зеленую смолу. Затем льем смолу голубого оттенка. Последним заливаем белый цвет. Берем фигурки белой медведицы и медвежонка. Маму-медведицу устанавливаем по центру. Медвежонка садим рядом на льдинку. После застывания вынимаем композицию из пластика. Срезаем ножом зазубрины по краям. Белые медведи – настоящие ценители снега, зимы и холодных северных морей. Только полюбуйся, они же просто очаровательны. Ледяная сказка с добрым сюжетом, милый декор, который не сможет оставить себя равнодушным. Что можно сделать из старых карандашных огрызков? Сейчас ты сама все увидишь. Канцелярским ножом отпиливаем кончик карандаша. Проделываем то же самое с остальными карандашами. Берем пустой контейнер от теней, укладываем карандаш стержнями к центру. Заливаем эпоксидкой. Разравниваем смолу зубочисткой. Застывший кружок вынимаем из контейнера и берем кольцо для ключей. Крепим колечко на суперклей. Во имя Сальвадора Дали, да это же идеальный подарок для ценителя искусства. С таким брелоком ключи точно не потеряются в кармане. Или можешь просто украсить им свой рюкзак. Оригинальная вещица для самых творческих личностей. А для следующей идеи нам понадобится силиконовая форма в морском стиле, а также сами дары моря и мелкие бусины.
заполняем формочки бусинами, ракушками и небольшими камешками. В чашу с зауженным носиком наливаем прозрачную смолу, капаем синий краситель, перемешиваем. Добавляем синий глиттер. Заливаем формочки блестящим раствором. Берем фурнитуру с болтами для мебельных ручек. Погружаем в смолу. Вынимаем готовое изделие из формы. Необычные ручки для ящиков уже готовы украсить твою мебель. Фурнитура с целым океаном внутри. Какая прелесть! Океанические ручки освежат твой старый скучный шкаф, и интерьер комнаты заиграет новыми красками. Очень красиво! Не выбрасывай упаковку от чипсов. Будем использовать ее в качестве формы. Плоскую крышечку от Pringles наливаем прозрачную эпоксидку. Берем цветок хризантемы. С помощью зубочистки вдавливаем цветок в смолу. Сверху заливаем еще один слой. Нам понадобятся швензы. Крепим фурнитуру к смоле. Придавливаем сверху еще одной крышечкой. Когда смола высохнет, тебя ждет вот такая красота. Делаем вторую сережку с цветком. Такие яркие серьги осмелится надеть далеко не каждая девушка. А вот любительницы грациозных хризантем такое украшение оценят по достоинству. А знала ли ты, что символ Японии совсем не сакура, а именно хризантема? Для этого лайфхака нам понадобится силиконовая форма в виде звезды и смола. Дно формы покрываем тонким слоем эпоксидки, берем пачку быстрорастворимой вермишели, крошим на мелкие части. Укладываем завитки вермишели в смолу, заливаем сверху эпоксидкой. Крепим к будущему изделию кольцо на цепочке. Оставляем до застывания. Получился забавный брелок для ключей. Будем честны. Даже когда у тебя есть деньги на нормальную еду, нельзя так просто взять и не купить пакет лапши быстрого приготовления. Так что будь уверена, идея с брелоком из вермишели точно не останется незамеченной. А для еще одной идеи берем форму в виде драгоценных камней и смолу. Заливаем смолу, помещаем в нее небольшой искусственный цветок, придавливаем сверху основой для кольца. Оставляем до затвердения, вынимаем колечко из формы. Надо же, какая красота! Маленькая частичка лета в прозрачной льдинке. Диаметр кольца регулируется, так что оно идеально сядет на пальчик любого размера. Подаришь подружке или оставишь себе? Сделаем форму для еще одной идеи. Из плотного пластика вырезаем такие фигуры. Берем веточку свежей брокколи. Из пластика склеиваем форму. Заливаем голубую смолу. Кладем в форму камешки. Вместо травки укладываем мох. Вертикально вставляем брокколи. Заливаем эпоксидкой. И оставляем до полного застывания. Разбираем форму. Получилась интересная композиция в стиле бонсай. Ты раньше не замечала, что брокколи очень похожи на деревья? А еще за счет треугольной огранки декор очень напоминает ювелирное изделие. Настоящее творческое чудо! А теперь нам понадобится половинка резинового мячика или другая форма в виде полусферы. Наливаем немного прозрачной эпоксидки. Берем сухоцвет и засушенные листья, размещаем декор по форме. Заливаем смолой, вставляем присоску. Получился кристально-прозрачный поп-сокет с очень богатым внутренним миром. И ты же знаешь, что его можно использовать не только как держатель, но и как удобную подставку для телефона. Для следующей идеи нам понадобится пластиковая крышка от банки и засушенная бабочка. В крышку заливаем смолу. Притапливаем бабочку с помощью пинцета. Сверху наливаем еще немного смолы. Делаем несколько заготовок с крылатыми красавицами. Берем шприцы без иголок и подготовим смолу белого и черного цветов. Набираем в шприц цветную смолу и ставим вот такие точки. Растягиваем цвета иголкой.
Вынимаем изделие из формы, получились изящные подставки для чашек. Они не только защитят поверхность стола, но и станут чудесным элементом декора. Для следующей идеи мы будем использовать силиконовую форму с балеринкой. Подготовим эпоксидку и белый краситель в виде порошка. В одном стаканчике замешиваем белый краситель. В другой добавляем красный. С помощью палочки выкладываем в форму красную смолу. Заполняем верхнюю часть балерины. Белой эпоксидкой заполняем балетную пачку и ноги. Аккуратно соединяем слои, чтобы образовались тонкие разводы. Закручиваем красно-белые потеки пируэтом. Заливаем фигурку балерины серой эпоксидкой. Вынимаем заготовку из формы. С обратной стороны крепим булавку для значков. Ах, балет, балет! Нежная брошка с танцовщицей добавит образу грации, даже если ты ни разу не стояла на пуантах. Понравились наши идеи хендмейда из эпоксидной смолы? Хочешь еще больше видео с этим необычным материалом? Напиши об этом в своем комментарии. Ставь лайк этому видео, подписывайся на канал и жми на колокольчик, чтобы не пропустить все самое новое и интересное на TrumTrum Select.